Фермеры юга Кузбасса боялись выпускать коров и коз из загонов все лето. В Белове, Прокопьевске, Киселевске и Новокузнецке спокойно спать животноводам не давали таинственные скотокрады. Грозу рогатых задержали полицейские Прокопьевска. Мужчина и женщина, как выяснилось, таким образом зарабатывали. Коз и коров они выводили из стаи, увозили на грузовике и продавали. Некоторых, правда, опустили на мясо. Пара обокрала 35 хозяйств, но, по мнению полицейских, на их счету больше преступлений, которые предстоит раскрыть. Мы взяли преступника с поличным. Действительно оказалась группа устойчивая, организованная. Вот. Удалось вернуть 4 коров, 4 владельцев. Конечно, радости было очень много. Вот за это даже стоит работать. Очень приятно.